как настоящие МТБшники, не вставая с седла, понакупали гравил. А, у меня крылья. И чё, и как тут? What the actual fuck? Да-да-да. Сейчас догоню. Дропауты без натяжителя — это жопа. Чё говоришь? Горизонтальный, а нет, наклонный, я не знаю для чего. Наверное, в те времена это было модно. Нет, отставал в развитии лет на 10. Чувак, этот велосипед сделан в 2007 году. Я тоже из 2007. Второй срок Путина подходит к концу. Доллар стоит 23 рубля. Из водопроводных труб, в прямом смысле водопроводных труб, в Кубинке, руками пьяного Михалыча, варится вот это говно, которое весит 18 килограмм. И на него ставится японская планетарочка, семискоростная, потому что импорт стоит нихуя. В стране голландская болезнь, блядь. А это... А, оно же экспортное проклятие. Когда это слишком дохуя производишь всего и... Тьфу, то есть это, блядь, ресурсное проклятие. Когда дохуя в нефти выкачиваешь, и у тебя от этого невыгодно что-то производить внутри страны, потому что все купить можно. Да, потому что Михалыч дорогой, зараза. Вот, а японец, он ничего не стоит. Вот, японец, он тебе за нефть сколько хочешь планетарок сделает. Вот, а я думал, что нормальные ли ребята фиксеры, а нет, вон, видите, гравилисты латентные. Для циклокросса ты слишком мало бегаешь. Да тут-то я. Бревен, блин, настелили, чтобы Абрамс не прошел. Блядь. Блять, отстал, но зато все сидя проехал. М.
Ём твою мать. Ты что, я все время отстаю, а? Блять, страшно. Ай, нет, твою мать, блять. Цепь не спадай, сука! Ой! А, можно накатом это проезжать, окей. Буду знать. Накатом говорить. Окей, блять, сука! Ну, в принципе, можно начать и от этого получать удовольствие со временем. Ай, блядь, ебаный свет. Так, круто. А с точки зрения кино, всех обогнать — это то же самое, что от всех отстать. Да я разговариваю сам с собой. Это нормально. Когда я к кому-то обращаюсь, у меня тон другой. Так, блядь. Я поехал влево, я не знаю, почему я туда поехал. Блин, откуда он это сказал? Опа. Откуда он это сказал? Он везде. А, вон он. А, у меня что-то сомнение, что он поехал влево. Блять, подавился мухой. Так. Блять. Нет, надо. Надо до конца прострадать, ты шо, блядь? Блядь! А где здесь твердо? Нигде? Блядь, а чё велик весь грязный, у меня же крылья. Блядь! Сука! Ёбаная выгребная яма! Ой, блядь! Да что ж такое? Блядь! Ну, поехали уже. Эй, блядь, ёб твою мать! Давай. О, педальки крутятся, отлично. О. Сука. Ой, блядь, кажется, я заебался. Руки болят. Так, и сколько километров надо проехать по этому говну, чтобы к нему привыкнуть? Чё, проехать не можете, что ли? Блин, понакупали гравила. Да, блядь. Эй, блядь!
скажешь? Тьфу, блядь. Сожрал уже вторую муху. Так, зачем я сюда поехал? Не очень понятно. А, у меня крылья. Справа. Здесь я. Так, слева от вас. Да, блядь. Шутите, что ли? Сука. Ладно. Ой, они еще и забрались. Ну ладно, нет проблем. Заберемся. Как настоящие МТБшники. Не вставая с седла. Вообще нет проблем. А у меня крылья, мне все равно. Эй, блять, ёбта.
Не, по реке было лучше, не рекомендую корни. Бум! Эй! Ёб твою мать, блядь! Да! Ёбаные абрамсы! Эй, вот что это? Вот это вот... Предлагай! Блядь! Эй. Да это что за хуйня? У меня? Нет, у меня цепь за 150 рублей. Заводская. Я решил ее сменить. А в те времена мне еще было не похуй. Ну и потом задняя звезда, знаешь, блядь. Ну. Звезда за 150 рублей. Фу, блядь. Цепь за 150 рублей обиделась. Что, нейтралка произошла? Да, произошла нейтралка. Ха-ха, нейтралка на полнейтралке. Здесь есть мох. Блин, я устал. Когда это закончится? Так, вроде направо, по-моему, вперёд, нет? Там были запорки? А, прям. Так, скользкая труба. Ой, карбоновый тату. Карбоновый тату. Карбоновый рам. Нет, карбону я не доверяю. Но... Чтобы, блядь, ездить на раме, да. А, вам сейчас тоже тяжело педали крутить, что ли? Да. Нет. Окей. Но... Я думал, у меня колеса спустили. Не-не-не, просто я провалил. Тут вот... Тут вот... Собрались как-то Газманов и Алла Пугачева на гастроли. Разъехались после гастроли уже по домам. Да ёб твою мать! Блять, задарите мне на те жители! Ну, собрались Пугачёва и... Кто там? Киркоров? Газманов. Газманов. После гастроли поехали по домам. Алла Пугачёва за ней, а Газманов в пешке. Да ёб твою мать! Так, ребят, сделайте остановочку, у меня что-то... Нет. Что? Так, ребятки, у кого есть выдержка? Надо попить водичку. What the actual fuck? Чё, пупину порвал? Нет, она прям вылезла из пи... А, порвал, да. Ты на камеру снимай, показывай, да. Что-то. Вот. Что-то, а то будешь объясняться. Она широкоугольная. Широкоугольная цепь? Теперь да. Так. Ну, всем спасибо за заезд, это самое. Рад был повидаться, увидимся еще. Так. Теперь мне это говно надо катить до самого дома. Да, нужен был бы еще замочек, это на скоростной. Нет, угу. Ты не замочек, а ты выжимаешь звено и все, и тебе цепи не хватит. Ну, а, здесь хватит, здесь она, блядь, растянута в жопу. Да? Да. Допустим. Блядь. Придется 150 рублей потратить еще. На что? А, на новую цепь? Да не, я думаю, как-то говно до дома-то довести. Да оставь его здесь, сними колесо. Пристегни к дереву, с новой цепью. Ну вообще, вообще да, это хорошая мысль. Возьми вот так вот. У меня юлок с собой, злой. Блядь. Главное поставить точку на навигаторе. Да, и рабочую, слушай, без, да. Почему здесь работает? Кстати, подскажите, какой стороне юг? Юг? Да. Надо там хуй смотреть. Вот тут. Ага. Вот с этой стороны, да? Ну, значит, юг там, либо север, либо там, либо там. А юг с другой стороны, соответственно. Ага. Блять. Да, Сереж, можно я попробую говно? Ну, не мое, а общее, принесите. Ой, а чё надо? Ой, мягкий такой. Ты в курсе, что вилку надо будет через 50 моточасов обслужить?
Но я знаю, типа, друг говорил. Но надо будет. Ну, заняться на самом деле. Надо по ошибке нет. Порядки. Брулевой, да. Ну а так ошибка. Блин, у кого руки почищу? Включите карту, пожалуйста, я на нее посмотрю. А, тут ГПС не ловит, ну да. Ловит? Ловит. У меня велосипед, ой, не велосипед, а... О, прикольная штука, кстати. In the middle of nowhere. А, понял. Продвинемся. Вот, смотри, вот, мы вот тут вот, да? Ага. Вот если ты прям поедешь, ты будешь на юге. Там дерево есть на карте? Окей. Дерево нету. Так. Так.